Хищение нефти на 500 000 рублей раскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областной полиции. По горячим следам. Прямо на месте преступления задержали группу мужчин через нелегальную врезку в магистральный нефтепровод на территории села Старая Монак Пухосневского района. Им удалось выкачать 300 тонн. 20-метровый отвод был проложен на глубине 2 метров и выходил в поле. А поблизости полицейские обнаружили нефтевоз. Экспресс-анализ подтвердил, сырье краденое. Один из подозреваемых ранее уже был судим, правда, за незаконный оборот наркотиков. В ходе задержания установлено, что у одного из жителей находился травматический пистолет, который он с собой носил. В настоящее время они доставлены в отдел Пухосневский, где в настоящее время будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.